Добрый день. Из ФК «Нива» были нарекания по поводу небольших люфтов на некоторых сошниках. Союзкомпозит отреагировал, выехал, исправил, сделав подсказки о том, что просто нужно подтягивать шарнирные соединения через 50 гектар. Комплекс прошел уже 600, люфты устранены, композит работает правильно, сеялка находится в работоспособном состоянии. Сошник 90 серии, сеялка 1890, а узлы, которые мы порекомендовали подтянуть, они у нас все регулированы. Значит, первый узел вот здесь надо подтянуть, в основании. И вот эти узлы регулируемые на конических соединениях, они идентичны.